Всем привет! Я рад вас приветствовать на своем канале. И сегодня я буду делать очень вкусное блюдо. Это треска с овощами, фольге и духовом шкафу. Не переключайтесь, оставайтесь со мной. С вами Роман Борисович. Что мне понадобится для этого блюда? Для этого мне понадобится филе трески. Я ее замариновал соевым соусом, розмарином, перец, кориандр, корень сельдерей. Она у меня вечерок постояла, и вот она готова. Дальше мне понадобится лук, шалот, чеснок, болгарский перец, корень сельдерея, листья салата, соевый соус, розмарин. Также понадобится перец, соль по вкусу, чеснок, приправа для рыбы, лимон, помидорки черри, кабачок цукини, баклажан, морковь. Растительное масло, фольга. Я начинаю делать. Вот начали я с цукини. Большой он не нужен. Таким образом мы его чистим. И в дальнейшем мы будем его мелко нарезать. Вообще я предпочитаю больше овощей в блюдах, какие бы они ни были. Мясные, либо рыбные. Это все как-никак витамины. И у нас в Сибири их постоянно не хватает. Цукини режем кубиками. Таким образом. Цукини я порезал мелко кубиками. Сейчас я займусь баклажаном. Таким же образом мы кружками нарезаем. Тоже делаем квадратиками. Вот баклажаны мы порезали. И сейчас займемся луком. Лук, шалот мы нарезаем кольцами. Он же также нам известен как ашкелонский лук. Его побеги в пищу употребляют еще молодые листья этого лука, но также идет и маленькие, небольшие луковички. Вот они бывают чуть меньше, у него своеобразный вкус. В общем, как раз для этого блюда именно идет такой лук. Порезали. Сейчас мы займемся чесночком. Чеснок мы тоже режем крупно. Это сначала у нас все будет обжариваться. А потом уже, друзья, я вам покажу, как дальше все будет. Мы режем
корень сельдерея, он дополнит наше блюдо ароматом. Мы его много не будем в пищу добавлять. Вот нам столько будет достаточно. Настала очередь морковочки. Морковь. Ух ты. Режем также. И вот таким образом ее нарезаем. Помидоры черри мы режем на половинки, а потом еще раз покрупнее, которые мы еще раз их режем. То бишь у нас получается четвертинки на четыре части. Вот так они у нас будут выглядеть. Сейчас займемся болгарским перцем. Стала очередь болгарского перца. Мы вырезаем из него сердцевину и вот таким образом его нарезаем. Интересная вещь получилась. Пока откладываем в сторонку и нарезаем его соломкой. Сковородка наша уже накалилась. Маслица. И сначала мы займемся баклажанами. Баклажаны наши обжарились, и пока мы их убираем. Следующий момент, у нас пойдут цукини. Мы их обжарили. Вливаем маслица маленько. Делаем это все минутки по три. Не больше. Пока цукини обжаривается, мы насыпем перчику маленько и кориандр. И все это, чтобы придать нашему блюду аромат. Пошел аромат. Все-таки натурпродукт, когда делаешь приправу сам, он сказывается на вкусовых качествах пищи. Цукини подрумянилась. Мы отправляем его уже нашим баклажаном. Дальше мы обжариваем морковь и сельдерей.
чуть-чуть маслица добавляем. Продолжаем жарить. Морковка и сельдерей готова. Мы таким образом вкус раскрыли сельдерея, пошел аромат. И тоже его высыпаем уже в наш казанок. Друзья мои, периодически солим маленько уже в казанке. На самой сковородке мы этого не делаем, чтобы у нас лишняя влага не появилась. Сейчас мы лук, шалот выкладываем. Тоже его 2-3 минуты им занимаемся. Болгарский перец у нас подрумянился. И мы его также отправляем к овощам. Сейчас мы маленько подогреем чеснок. Буквально, чтобы он тоже дал аромат. Мы его маленько пассируем. Чеснок готов. И мы его уже обжаренный отправляем к овощам. Закрываем крышечкой и даем 2-3 минуты ему, нашему блюду, потушиться. А дальше займемся треской. Приготовили жаростойкую посуду стеклянную, фольга. И сейчас укладываем нашу рыбку. Вот таким образом. Вот мы ее выложили. Все у нас прекрасно получилось. Теперь мы ее будем сверху обкладывать овощами. Рыбу обкладываем уже готовыми, но еще не полностью, овощами. Вот так, вот таким образом. Потом мы плотно все завернем. И отправим в духовку 20-25 минут при 180 градусов. Теперь мы кладем нашу черри. Будет изумительное блюдо. Не забудьте посолить, поперчить по вкусу. Вот так оно у нас будет выглядеть. Теперь плотно вот так заворачиваем. Снимаем желатинку, нашу фольгу. И вот таким образом мы помещаем в духовку. Итак, друзья мои, наше блюдо помещается в духовку. И мы будем готовить при 180 градусов 20-25 минут. Наша треска с овощами готова. Я попробовал. Ароматное блюдо. Треска получилась нежнейшая. Всем, кому понравилось, делитесь. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Роман Борисович. До новых встреч, друзья!